Видео подготовлено сайтом online.qtz.net. Здравствуйте, решим задание 600. Нам нужно начертить прямоугольник, у которого длина в два раза больше ширины, и показать, как надо разрезать этот прямоугольник, пункт А, на две части так, чтобы из них можно было составить прямоугольный треугольник. Давайте сначала нарисуем, начертим требуемый прямоугольник. И пусть у нас ширина будет составлять 3 клеточки, значит, длина в 2 раза больше 6 клеточек. В задании не указано, как мы должны разрезать прямоугольник по диагонали или нет, поэтому выбирать способ мы будем сами. Давайте мы длину прямоугольника разделим на две части и соединим вершину одну прямоугольника и вот середину стороны. И по этой линии, по получившемуся отрезку, и разрежем наш прямоугольник на две части. И получившийся треугольник мы переместим сюда. Получаем прямоугольный треугольник. Прямой угол у нас вот. Пункт А выполнили. И пункт Б. Нужно разрезать прямоугольник уже на три части так, чтобы из них можно было составить квадрат. И давайте так же, как в пункте А, мы середину возьмем длины и уже соединим две противоположные вершины с этой точкой. И по получившимся отрезкам мы разрежем наш прямоугольник. Один треугольник мы сюда переместим, и второй треугольник также мы переместим наверх. Получаем квадрат. Так как все стороны у этой фигуры, этого четырехугольника будут равны, вот эта сторона и вот эта сторона, это одно и то же. То же самое здесь и здесь одно и то же, но а эти две стороны также были равны. И все углы здесь будут 90 градусов. Здесь 90, здесь 90, здесь и здесь. То есть мы получили квадрат. И выполнили задание 600. Ну а если вам понравилось видео, смотрите остальные решения на нашем сайте. Есть вопросы, предложения или пожелания, подписывайтесь на наши группы в социальных сетях.